Более сотни борцов и 7 весовых категорий. Турнир охватил всех классиков Нижнекамска, воспитанников ДЮСШ «Динамо». Соревнования собрали много юных спортсменов, среди которых немало тех, кто пришел в этот вид спорта совсем недавно. У нас сегодня проходит традиционный новогодний турнир на призы Деда Мороза. Вот у нас Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравлять. Значит, у нас около 120 участников. Самые юные у нас ребята – это дети, которые еще даже в школу не ходят. 6-7 лет. Бой был не очень крупный, так как у меня уже есть небольшой опыт. А сколько ты занимаешься? Я сначала ходил на вольную борьбу, там занимался 7 лет. И на греко-римскую пошел месяц назад. Конкурировали в борьбе за медали относительно опытные классики. Но несмотря на то, что занимаются ребята всего несколько лет, многие из них уже могут похвастаться внушительной копилкой наград различных турниров. Во многих городах уже было. Уже 4 года, 3 кубка было. 12 медалей. Ну, первый раз я выиграл с легкостью. Турнир – своеобразное подведение итогов тренировочного года, потому и выкладывались юные классики на полную катушку. И старания ребят увенчались успехом. Первых мест удостоились Рамазан Мадияров, Махмуд Мамедов, Данил Кирпичников, Ильдар Кадыров, Булат Гарипов, Дмитрий Шестернев и Тимур Степанов. Ну и, конечно же, не обошлось в этот предновогодний турнир без Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние волшебники подарили всем ребятам бурю положительных эмоций и хорошего настроения.